И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр. Добро пожаловать на игру Medieval Dynasty. Продолжаем. Тут кто-то бросил лошадь. Не знаю, что такое? А кто тебя бросил, я не понял. А почему ты не в конюшне? А очень странно. Это как понимать-то? Это вообще очень странно, понимаете? Это совсем странно. Так, базар работает, это хорошо. Друзья мои, сегодня у нас величайшие планы. Все как обычно в этой игре. Прям планы, не то что планы, как бы. Тут работа не кончается вообще никак ни разу. И не на секунду. Правда, я здесь про работу заговорил, но людей на полях никого не видно. Очень странно. Так, что такое? Это у нас овес, который собираться будет осенью. А, так поля у нас все закончены, то есть вы все уже сделали. Какие же вы молодцы. Смотри, здесь у нас капуста, да, все правильно. Там у нас, скорее всего, тоже капуста. Давайте я тоже гляну, потому что как бы надо. Потому что если, да, все у нас посеяно, это круто. Если у нас все закончено с полями, мы прыгаем с вами в следующий сезон. Так как, сколько дней нам осталось? Секундочку, управление вот так вот. День 8, 8. 8 должен закончиться, 9, и потом уже только будет осень. Осенью мы это дело будем собирать. Тут капуста, там капуста, везде у нас капуста, елки зеленые. Здесь люди тоже отдыхают? Да, скорее всего, здесь люди тоже отдыхают. Окей, круто. Да, у нас очень много капусты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть полей капусты будет. Это очень-очень до хрена. Вопросик. Чем вы занимаетесь вообще? Почему нет инструментов? Опля. Сумочек нет. Я не понял. А что так как бы... Я не понял. А почему сумочек нет? А что у нас с сумками? А у нас что, кожа закончилась, что ли? Написано, сумок нет. Это значит собирать... То есть уже больше сеять они даже не смогут. Но осенью нам нужно будет жестко посеять следующие товары. Секундочку, сейчас у нас лето, только капуста. Да, а потом посмотрим, что мы дальше будем сеять. Короче, пока я пойду сейчас разберусь, что у нас там с кожей. Друзья мои, я вам покажу кое-что интересненькое. А именно, игровой канал Savage Wolf RNM Gaming, где выходят прохождения игр самых разнообразных жанров, от ужасающих хорроров до веселых, нелепых и даже абсурдных развлекательных проектов. Ну, я об этом уже говорил. На канале очень много качественного контента, здесь вы найдете ролики по таким играм, о которых вы даже и не знали. Обязательно, друзья мои, залетайте на канал и поддержите хорошего автора подпиской и комментариями, даже если это конструктивная критика. Что это такое? Круто. Ракета летит. Ну что ж, погнали! А мы тем самым дошли до хранилища, и давайте посмотрим, что у нас здесь с этими гребаными мешками и кожей. Кожа, блин, 230 штук, я понимаю, короче, мешков у нас, по сути, я вижу, что нет, а кожи у нас 230 штук, понимаешь, это очень много, 230 гребаных штук, это до хрена. Давайте посмотрим, что у нас тут делает наш парень, который здесь работает. Чувак, я понимаю, что... Работы много, ты тут один как бы мучаешься. Тут, да, можно тебе еще одного напарника поставить. Но мешочки работают. Короче, он делает по 6,5 мешочков в день. Это очень мало. 6,5 мешочков в день. Вопрос, сколько мешочков мы с вами продаем? Инструменты, да, это здесь. И инструменты, сколько же мы с вами мешочков, если он 6,5 вроде там делает? Ох ты ж, ё-моё, 9,2. Ха, однако-то. 9,2 мешка в день. Короче, делаем следующее. Заберу я немножечко здесь кожи. Прям возьму чуток, вообще самую-самую маленькую. Так, с кожи, иди сюда. Маленькое количество, вот так вот. Вот примерно вот так, да? С перевесом, но ничего поделаешь, бывает. Сейчас пойду туда и сделаю сам вот эти вот мешки, чтобы они уже начали работать. И срочно находим еще одного человека, чтобы помог нашему работяге. Парень, как тебя? Bad ghost. В смысле bad ghost? Bad это кровать. Ghost это через, ну, через H пишется, но все-таки ghost это привидение. Ха, интересно сочетание-то. Так, секундочку, на тебе мешочки. Да, вот так вот. Старичок, я тебе лично пишу, говорю сейчас. Старичок, не пиши о том, что людям нужны не мешочки, а людям нужны сумки. Понимаешь? Людям нужны мешочки. Мешочки, 100% мешочки. Смотри внимательно, вот смотри, внимательно. Прям самая внимательная такая
как его, секунда. Вот мешочек, видишь, у меня мешочек. На слоте у меня тоже мешочек. Не сумка, а мешочек. На слоте вот здесь вот мешочек. Открываем мешочек. Справа внизу написано мешочек, видишь? Все правильно? Правильно. Открываем. И именно мешочком ты можешь сеять и так далее. Понял? То есть людям нужны не сумки, а мешочки. Сейчас, надеюсь, понятно. Что я сделал? Я сделал мешочки. Отлично. Теперь, опять же, с перевесом. Сейчас мы их перекинем все в хранилище. Отлично. Это значит, иди сюда, инструменты. Мы вот так вот делаем. И все, у них есть 63 мешочка. И пока у нас не решена проблема со вторым человеком, который будет делать те же мешочки, мы здесь немножечко притормозим. 6 они там крафтят, я сделаю, чтобы этот продавал, ну я не знаю, два мешка в день. Пока что продавай 2 мешка в день. Когда мы там нарастим... А чё музыка такая тихая? А, её вообще нет. Когда мы здесь вот нарастим, короче, производство, тогда у нас будет получше все с этими мешками и со всеми делами. Это значит, нам нужно сейчас, по идее, ну, уже как бы понятно, что нам нужен один дом. Да, давайте посмотрим, что у нас по домам. Дома, мне кажется, у нас домов свободных вообще нет. Да, они все полные, значит, нам нужны опять дома и опять же люди. То есть, в первую очередь, люди, а потом уже дома, чтобы они, ну, у них было где жить. Дальше, таверна. Давайте проверяем, мы просто сейчас проверяем. Ух ты ж, ё-моё, ничего нет, в смысле? А что так у нас все остановилось, так как я не понял? Винных бутылок нет, чтобы сделать эти соки. А здесь нет, для вишневого вина нету сока. А сок нуждается в бутылке. Я понял, винных бутылок нет. В чем проблема? Винные бутылки, как я понял, еще с прошлой серии. Да, они у нас, их у нас нет. Все потому, что делаются вроде бы как из этого, как его, сейчас скажу, из глины. Да, а глины у нас нет. То есть мы как бы можем тут крафтить, а глины у нас ни хрена нет. Вопрос... Секунду. Мне кажется, тут кое-что у нас было. Пивная бутылка. Ха. Бутылка для медовухи работает, потому что глина есть, а здесь у нас нет. А, ну последние, короче, куски, короче, взяла и все. Окей, с глиной проблема. Опять же, глина проблема, это значит, нам нужны... Опять же, люди, давайте кое-что проверим здесь прямо сейчас. Секундочку, производство, все правильно, да? Не производство, а добыча. Вот так, вот тебе шалаш землекопов. Шалаш землекопов, 2 человека работает. Глина на 20%, камень на 80%. Ну так-то давай понизим. 100 камня в день они нам делают, да, добывают. Давайте мы вот это вот уберем полностью и сделаем глины побольше. Короче, в день они нам добывают глины... 18. Секунду. А если в день 18? Сколько стоит одна бутылочка, допустим? Винная бутылка 5. Значит, на 3 бутылки мы можем... Мы добываем сейчас глины на 3 бутылки. Это очень мало. На 3 бутылки в день. Это трындец как мало. Значит, мы все же здесь берем добычу и туда добавляем, секундочку, вот этого побольше. Было 18, стало 61 глина. Это уже покруче. 3 раза больше глины. Я надеюсь, этого хватит. Я вот, я не знаю, давайте сделаем вот здесь, короче, 40 камня. Вот так вот, да, 64 глины, короче, в день. Камень нам тоже нужен. Вот вы говорите, что убери это, сделай то. Убери нас камня, поставь на глину. Друзья мои, а кто будет строить дома? Из чего мы дома-то будем строить, елки зеленые? Вы видели сейчас, да? Нам же шалаш землекопов нужно еще люди. Или еще как минимум еще один шалаш. Там, где этот чувак кожу эту вот обрабатывает, тоже нужны люди. Еще люди-то, то есть нужны, да? А это значит, нам нужны камни для того, чтобы построить дома. Камень 500. Хорошо, хорошо добыли. Значит, сейчас мы, наверное, займемся, опять же... Ой, проектированием, ё-моё. 500 камня у нас есть, а вот бревен вообще нет. А почему у нас бревен нет? Странно. А что у нас с бревнами? Так, чтобы я туда, короче, не шел к этим, которые там добывают у нас эти вот бревна, давайте кое-что здесь посмотрим. Добыча, допустим, дровяной сарай. Что ты добываешь? Дровяной саб... Ох ты ж, ё-моё, сколько веток он собирает. А ну-ка, потише, потише с ветками, чувак. Потише, потише. Так много веток нам не нужно. Они нам нужны были, когда я делал эти заборчики. А сейчас этих веток, мне кажется, у нас уже побольше стало. Все, дрова, бревна, то есть, бревна будем добывать побольше. Это у нас первый дровяной сарай, да? То есть второй. Сейчас первый, что ты добываешь? Веток также много.
Окей, я понял. Нам нужно немножечко больше бревен, потому что у нас как бы продукция уже пошла, и, соответственно, нам нужно сырье. Вот тебе проблема, так сказать. Все, вот так даже еще вот больше сделаем. Дров, по идее, нормально. Все будет, значит, 115 здесь, 100 с чем-то там. И в итоге бревен станет побольше, потому что это вообще никак не годится, когда тебе не из чего больше строить. Веток 2400. Пойдет. Бревен мало, очень мало. Окей. Тогда, чтобы наши селяне уже начали работать, в смысле, обрабатывать поля. Что у нас по времени? По времени уже вечер. Секунду. Да. Восьмой день. Я на девятый день сейчас перепрыгивать не буду. Я сейчас пойду сразу же и перескачем через этот один на сезон. То есть, не понял, а что вы там делаете? А, то есть все-таки что-то там, какие-то там нюансы не были доделаны, да? Из-за того, что мешочков не хватало. Блин, ну прикинь, один ряд. Вот оно как. То есть одно поле все-таки до конца не было обработано. Посеяно. Хорошо. Видишь, как мешочки все-таки им пригодились. Охренеть, да? Не, перепрыгивать никуда не будем. Пусть заканчивают. На девятый день, когда мы перейдем, тогда мы и перепрыгнем до следующего дня. А теперь, пока у нас более-менее что-то видно, давайте посмотрим, где мы будем строить следующие домики. Так как, ну, вы понимаете, да? Так как мы должны расширяться. Блин, вот здесь, по идее, есть вот это вот ягоды. Ягоды. Я могу сказать своему этому работнику, чтобы он добывал ягоды. Короче, дома я вижу и понимаю, что я буду их досюда вроде бы строить. Соответственно, мы вот это вот дерево убираем. Вот это вот. Так, или оставлять этот вот ряд вот такого типа вперед, да? Или дома туда расширить. Ну давай расширим. Короче, здесь у нас будет еще один дом. Значит, мы берем... А где у меня топор-то? Секундочку. Топор есть? Сейчас мы очистим всю эту территорию. Да, есть железотопор. И где-то у меня... Ты у меня аж на седьмой слот. Хорошо. Работаем, друзья мои. Работаем. Вот так вот. Тебя, скорее всего, тоже завалим. Вот таким вот образом. Шикарно. Давай. Что-то. И вот здесь... Вот так вот, химичим, есть контакт. Здесь также химичим, отлично. Сейчас мы это все дело полностью. Блин, на седьмой, как же далеко, блин, а? Седьмой слот, давай. Работаем, друзья мои, работаем. Блин, у меня перевес, а что у меня там за с весом-то? Что-то у меня в перевесе. Ну и, соответственно, конечно же, мы сейчас берем этот молоточек, химичим, вот так вот делаем, вот так дома, короче, дом 12, у нас 12 домов таких больших, да, я говорил уже, что буду делать только большие дома, и, блин, опять на сваях, и здесь то же самое, то есть ничего не поменялось, и все у нас на сваях, ну хрен с тобой, короче. Здесь у меня каким-то боком получилось сделать его на таком нормальном фундаменте, а тут уже не получится, скорее всего. Но ничего, сейчас разберемся. Сейчас мы найдем серединку. На сваях, так на сваях. Да, повернулся, нехорошо. Отлично, местечко хорошенькое есть. Все, поставили, будет на сваях. Вот такого домишка у нас будет. Ну давай, короче, работаем. У нас пару бревен есть. Поэтому фундамент у нас станет замечательно. Тут, короче, само собой, два человека будет жить. Ночью, ясный хрен, буду работать ночью. Давайте глянем, что у меня с перевесом. Не, ну я говорил, что я уже включу режим телеги, поэтому, как говорится, париться не буду. Если вдруг кто не знает, давайте покажу. Вот здесь есть настройки игры, вот такие вот, да. И ты тут можешь регулировать все, что хочешь. Допустим, неограниченный вес. Я ставлю сейчас неограниченный вес. И таким образом мы с вами можем тягать, тянуть, короче, все, что хочешь. Смотри, вот это вот берем. Не все, конечно же, но берем, чтобы можно было из чего построить. Мы знаем, что нужны камни для постройки такого дома. Значит, берем 200 с чем-то камней. И мы знаем, что нужны даже доски. Где у нас доски? Я немножко перемотал, да? Да, досочки, 378 досок есть. Берем, короче, пару штук. И поехали. Разработчики сами виноваты. Почему? Да потому что, блин, давно уже нужно было сделать в этой игре телегу. Какую-то тачанку, телегу, елки зеленые. Что-то нужно было замутить. Потому что, ну, вот такое вот поселение нуждается в очень многом крафте, добыче ресурсов и веса. Это вес, очень большой вес всего, что здесь находится. Телега,
телега, разработчики. Телега. Как это еще на английском? Не знаю, как сказать. Хер его знает. Короче, вы поняли. Нужна телега. Для лошади. Без лошади. Короче, уйма телег нужно. Нужно замутить много чего, чтобы было еще круче. Ну, да, вы поняли. Ну, так сказать, все отредактировал. Смотрите, у нас здесь будет одно окно, второе, третье, потому что это вот красивая сторона, очень-очень красивая, видите, да? А тут также окно есть, потому что вот так вот. А сзади нам окна не нужны, так как там сзади еще один домик как минимум будет. И, так сказать, работаем дальше. Этот дом, ну, займет, я не знаю, там пару часиков. Сколько у нас сейчас времени? 19:52. Смотрите, 19:52. И последний тенденс. Есть контакт. Сколько времени было? Короче, 19:52. И сейчас 23:35, короче. Вот так много времени уходит на постройку одного. Одного здоровенного. Чего так темно-то, ё-моё? Одного здоровенного дома. Итак, чтобы у нас. Чтобы у нас все было хорошо. Я и второй сюда поставлю, короче, где-то вот здесь. Удлиним, скажем, этот ряд, да, чтобы было... Блин, нихера не видно, я вас понимаю, конечно же, но сейчас поставлю. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Ставим, опять же, фундамент. А бревен, конечно, нет, но для этого у нас есть топор. Так, собираем деревья, то есть убираем это. Сейчас деревья побольше нам нужно. Побольше, повыше, вот такие вот. Блин, да я знаю, пить надо, друзья мои. Ну-ка, секундочку, давайте мы вот так вот сделаем. Пей-пей-пей и поешь. Молодец. Отлично. И, кстати говоря, давайте посмотрим кое-что. У нас есть прокачка. Говорят, что можно прокачать строительство, чтобы оно было быстрее. Ой, во-первых, у нас тут очков вообще нигде нет, кроме как добыча. Очки навыков, которые можно потратить. Но это добыча, блин, на постройку тут есть такое? Охота, сельское хозяйство, дипломатия, выживание, ремесло. Но на ремесле у нас ничего нет. Хорошо, сейчас. Мастер кирки, лопата, транс-лесоруба. Рубка дерева на 10%, да это у меня прокачано. Шахтерский транс мне не нужно. Мастер кирки. Расход выносливости во времени нет. Мул прокачан. Внимательный шахтер не нужен. Единый с землей. Кирки лопаты ломаются на 15% медленнее. Мастер разрушения есть. Сила природы. Топор ломается на 5% медленнее. Охотник за этим. А где строительство, которое вы мне писали, что можно прокачать в навыков, чтобы быстрее строить? Вот оно, нашел. Строительный транс. Строительство на 10% быстрее суммируется до 1. Я тут столько всего понастроил, всякой хрень, короче, сделал. А где мои очки, блин, ё-моё? Ремесло, почему мне никаких очков не дают? Но окей, буду знать. Когда здесь появится очко, тогда мы это прокачаем. Но, по крайней мере, у нас здесь, в этом, в добыче есть 2 очка. Кирки и лопаты ломаются медленнее. Давайте мы здесь, короче, прокачаем до конца, чтобы было 3 из 3. И охотник за сокровищами. Не знаю, пусть будет, хрен с ним, короче. Но ждем очки для ремесла, чтобы строительство шло быстрее. Ну, а я тут пока что достраиваю последний, скажем... Последнюю крышу, друзья мои, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, потому что там есть одно интересненькое видео. Я заснял птичку, которая ударилась в мое в окно, или как его там, стекло. Все, достроили, да? В окно, короче, ударилась, упала на террасу. Какое землетрясение, блин, этого, как его... Сотрясение мозга, короче, получила и не хотела улетать. Я взял ее на руки, а она не хотела улетать. Прям на руки, прям держала, она прям, я ей, давай вылетай, блин. Улетая, она не хотела. Короче, видосик со мной и с птичкой есть в телеграме. Ссылочка прямо под этим видосиком в описании. Поэтому не забудьте подписаться. Так, что у нас здесь?
Да, потому что все люди, которые уже там подписаны, они все это уже увидели. Два дома. Друзья мои, два дома у нас уже есть, значит, четыре человека мы можем с вами еще нанять, взять на работу. И чувствую я прям, что мне понравилось. И давайте мы еще... Блин, какая ровность, какая четкость. Короче, еще один домик туда поставлю, потому что, смотри, там у нас дорога до моего особняка, скажем, идет наискосок. Значит, здесь домов не будет. А вот здесь влезет идеально еще один дом. Уходим потихонечку вот так вот влево. Отлично. Вот тебе как минимум каркас следующего дома. И дома идеально ровно. С бревнами, я вижу, у нас проблемы есть, но ничего страшного. Сейчас у нас бревна там появятся и будет все хорошо. Короче, достраивать даже, может быть, я сейчас не буду, потому что днем нужно заниматься другими вещами. Пусть он здесь как бы лежит, стоит. Давайте глянем, как это вообще смотрится. Тропиночка сюда уходит, к моему дому. Вот так вот, да? Нормально, нормально. Мне мешать, лично мне мешать это не будет. Но, блин, разрослась наша деревня очень-очень серьезно прям, жестко прям. Итак, что мы делаем дальше? А я знаю, что мы делаем дальше. Короче, у меня была проблема в прошлой серии. Во-первых, мы идем сейчас брать людей на работу и прям нанимать их. Ну, как минимум на работу, плюс к этому они будут жить у нас. И я же хотел еще давно, уже несколько серий назад, сделать полностью все из этих фонарей. То есть все фонари поменять в нашем поселении, потому что у нас обычные факела, это уже не годится. Для этого нам нужна шерстяная нить, 4 штуки. Шерстяная нить, нить у нас добывается очень медленная. У нас есть шерсть, проблем с этим вообще как бы нет. Но количество этой шерсти, это, блин, я не знаю, это очень мало. Я сейчас покажу. Смотри, 50 штук. Есть ли у нас ножницы? Ножницы. Я бы хотел прям взять прям, блин, одна штука. Что, серьезно? Одна штука. Вот как минимум кое-что сделаем. Смотрите внимательно. Вот у нас тут есть овцы. Шерсть добывается только с овец. Только с этих овец. Понимаете? Вот она стоит, ничего не делает. Допустим, да? Смотрим внимательно. Да тихо ты, ё-моё, что ты там орёшь-то? Короче, есть у нас овца, баран, коза, козёл. Короче, вы поняли. И... Ага, а молоко нам от этого вообще зачем, если можно... Короче, шерсть у нас 8 в день добывается. Давайте мы уменьшим количество молока, потому что молоко, оно нам сейчас здесь именно с овец не нужно, не с овец, а с этих коз не нужно. Тут уже у нас как бы козы тоже живут. Было 8, сейчас у нас шерсти будет 12,8. Да, вот так вот. Овца, коза, козел. Короче, коза, козел, пусть живут. Просто так, я даже молоко с них брать не буду. Потому что что? Потому что у нас есть коровы. Одна взрослая, ну и маленький теленок. Я его взял, по идее, чтобы он ее это вот, и чтобы они размножались, короче. Но что-то как-то он растет очень медленно. И молоко будем брать с вот этой вот... мадам, хотел сказать, мадам, блин. 0,8. Даже одного этого молока у нас не будет. То есть одного ведра даже не будет, ты прикинь. Но полтора, короче, ведра в день молока пойдет. Будет больше коров. Да, все правильно, все правильно. Будет больше коров, ты будешь давать больше молока. Ну, в общем, как бы, да. Итак, тут будет 12 шерсти. Давайте мы, короче, возьмем и покосим, короче, эту овцу, блин, ё-моё. Давай. Почему вот она этого не делает? А где она? Стоит, короче, ничего не делает. Работа, елки зеленые. Ай-яй-яй-яй-яй. Вопрос такой интересный. Давай коси, что ты? В смысле? Тихо. А я завис. Я полностью завис. Окей, ну и хрен с тобой, короче. А я... Получилось у меня или нет? Блин, баран уже не дастся. Ну и хрен с тобой, короче. Я завис просто, и все. Вопрос такой. Если я буду косить вручную сам, да? Будет ли по-прежнему 12,8 шерсти добываться с этих вот... с этих овец? Прям не знаю. Я как могу и сам туда подойти, как бы, да, и работать. Но не знаю, если это сработает. Хорошо, вы поняли. К сожалению, шерстяная нить делается очень-очень-очень невыгодно. Вот такая вот штука у нас есть. Нужно 8 шерсти для одной ниточки. Если не ошибаюсь. Да, для одной ниточки. А для одного фонаря нам нужно сколько? 4 нити, понимаешь? Нам нужно больше этих овец. Итак, где продаются овцы? Я найму людей, во-первых, на работу.
Лошадка. Так, погоди. Во-первых, разгрузимся. И так как у меня сейчас включен режим телеги, скажем, я, наверное, кое-что возьму, да и даже продам. Почему бы и нет? Смотри, капуста. Вот здесь у нас портится капуста. Хотя, я вижу, они и так, блин, справляются. Они и так справляются с этим всем, кстати говоря. Фига себе, блин, похлебка, ё-моё, блин. Не-не-не-не, я возьму, короче, пару похлебок. Я вижу, справляются они, но все же этого, это здесь похлебок здесь, ну, много. Я возьму, наверное, 200, да? 200 похлебок возьму и продам их, что ли? И даже вот эту капусту, короче, возьму. Сейчас немножечко приготовим немножко рагу или как их там. Так, секундочку. Мне нужно мясо. Обыкновенное мясо, вот тебе мясо. И тарелочек сейчас лишнее засунем, само собой, обратно. Нам нужны тарелки. Ну, потому что голыми руками туда ходить, короче, не нужно. Деревянная чаша. Вот так вот. А чё вас так мало? И вообще странно, очень странно. Мадам, а чё у вас так мало этого? Герарда, ты этот, мне котел нужен, давай, уйди. Отлично, спасибо. И делаем 30 тарелок еще как бы сверху, потому что капуста, это, она уже испортилась бы. Там было 25%. Этого допускать не надо. Только если у тебя не хватает гнили для того, чтобы сделать удобрение. То есть, если нет... Что такое? А, там же тоже кухня. Если у тебя гнили нет, то само собой можешь оставить, да? А если гниль есть... Так, мясо обратно. А если гниль... есть, то то, что портится, нужно быстренько перерабатывать. Так, с мяса обратно. Бурдюк бурдюком, похлебка, бла-бла-бла. И, ну, короче, похлебку 300 штук возьму, продам и все. Мне этого хватит. Я бы еще кое-что взял. Я же медовуху сейчас не даю моим людям пить. Секундочку. У меня же медовуха должна быть. Медовуха 32 штуки. Я же им запретил все это вот дело пить. Короче, две бутылочки оставим. Тридцаточку беру с собой. А, сидр нет. Пиво нет. Сливовое. Блин, ну сливовое. Ну давай, короче, три штуки возьму. Это все я продам. Все, отлично. Вроде бы нормально. Буду продавать. Теперь. Лошадкин, давай. Поехали. Сейчас мы с тобой пойдем, короче. Я немножко грязный, нужно еще помыться. Но хотелось бы еще домой заскочить. Глянуть кое-что. Есть ли бурдюк Алвина у меня дома? Стой. Потому что вроде бы раньше я видел, что бурдюк Алвина был прям подписан. Бурдюк Алвина. Вот у меня сейчас есть, короче, вот сейчас секундочку. Что с этим ведром я бегаю, не знаю. А где бурдюки-то? Здесь они, походу. Секунду, где они? Вот они. Бурдюк, а ну-ка скидываем вот этот бурдюк. Вот этот бурдюк. Там опять по-любому написано один из одного. Хорошо. А где мой бурдюк-то? Здесь он. Понятно. Короче, значит, бурдюки мои, идите обратно. Давайте, отлично. И мы идем сейчас нанимать людей. И, конечно же, бурдюк Алвина тоже отдадим. Потому что люди говорят, что елки зеленые, Кент, как же так, блин, так же долго, так давно. Надо было его уже отдать. У тебя он есть, и это очень близко. 432 метра. Понимаешь, это очень близко. Через лес, короче, пойдем. Так намного короче. Погоди, а почему этот мы так высоко идем? А, вот оно как. Я обычно всегда по дороге вот так вот ходил, так. Вот, прям вот так вот. А сейчас мы напрямую прям. Нормально. Сейчас с бандосами сейчас встретимся. Побазарим, пообщаемся, посмотрим, что да как. Кто тут лес держит. Ну, в принципе, как бы я, но посмотрим. Мы это, если что, будем разъяснять им, если надо будет. Если не поймут. Че ты устаешь-то? Лошадки, не уставай. Блин, такой тут склон. Кто там бегал? Такой склон серьезный. Вот мы здесь, но хотелось бы еще помыться. В принципе. Зайчик! Убегай, блин, ё-моё, блин. Мэг-мэг. Ты прикинь? Как близко к ним можно подойти-то? На лошади. Мне кажется, если я был бы пешком, то они бы мне так близко подойти не дали. 100%. Так, все, помылись. Отлично. Едем сейчас к ним. Блин, я не хочу пока что забор ставить. Как бы можно его начать с дороги, потому что знаю, что там и строиться не будем.
Но наверх его строить не очень-то хотелось бы, потому что я могу это развиться дальше и дальше и дальше, все выше и выше. Строится и строится. Слышь, Алвин, я тут как бы этот бизнесмен, ты где там? Он что, в поле, что ли? Мадам, подвиси. Чувак, блин, я не понял, я на своем Мерседесе сейчас подъехал, иди сюда. Сейчас, секундочку, у меня с тобой дела есть. Ко мне иди, блин, ё-моё. Я вернулся с хорошими новостями. Работа сделана. Давай. Так, спасибо, это моё... Это мне очень поможет. У меня есть семена лука. Вот, может пригодиться. Блин, ёлки-палки. Посмотрим. У швеи не было кожи, чтобы починить бурдюк. Поэтому мне пришлось выслеживать зверей, чтобы добыть нужные... Нужные легкотня? А, легкотня, блин, ё-моё. У вас не было... Особых сложностей? Не было, конечно. Короче, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Все. Репутация, плюс 25. Дождитесь следующего дня. Обязательно будем дожидаться. Ой, бомжуете ли вы здесь? Бомжуете. Мне кажется, ли этих камней здесь не было? Здесь какая-то такая... Да, был склон, но поляна была более чистой, что ли? Без этих камней... Как же мало у вас этих полей-то, ё-моё. Ну, бомжуйте дальше. Я пойду сейчас тут кое-что приторгую. Слышь, Савимир, у тебя деньги по-любому есть? Или ни хера у тебя нет? Секундочку. How can I help you? Так. Где у нас торговля была? Вот она. I've got it. Yes, of course. Так, погоди, я хотел бы сначала вот это вот медовуху продать. Есть у тебя столько... Чего? Только 5 можешь? Ты прикинь. Так, у меня было 12 тысяч. Понимаешь, 12 тысяч было с чем-то. Сейчас у нас медовуха вот так вот продается-то. 200. Блин, денег у него уже нет. Тогда на похлебку пару штук. Вот так вот. Все деньги, короче, отобрали у него. Чувак, спасибо. Большущее тебе спасибо. Где у нас тут торгаши еще? Лошадкин, я к тебе сейчас подойду. Конечно, 1400 у нее есть. Сейчас мы похлебочку вот так вот и все. Денег у нее вообще нет. Молодец. Have a good day. Спасибо, а тебе также. Как будто попугай был. Как будто. Так, Эдвин там у нас продающий товары разные. Дай мы ему тоже кое-что. 2000 монет у него, нифига себе. Богатый парень. Медовуха, хренась. Смотри, 9 медовух, 2000 монет. Погоди, одну? Вот тебе одна, да? За 224 монеты? 224, а сама она так сколько стоит? Погоди. Да, постой ты. Медовуха. Погоди, 280. Они же должны были мне их покупать за полцены, а сейчас они мне покупают, потому что, ну, за хорошую цену, потому что у меня прокачка сработала. Я же типа прокачался. Прокачался на торговлю. Мои говнюки, которые в моем селе, короче, живут, они там совсем как бы торговать, получается, не могут. Прикинь, отсюда видна вот эта соседняя деревня. Смотри, вот там сверху. Прикольно. Очень прикольно. Да, ну выгоднее само собой мне продавать, но не всегда есть время для этого, поэтому вот так вот по чуть-чуть вот здесь вот продадим и все, короче, монет у них нет, вообще нет. Мы сейчас заработали, там было 12 с чем-то тысяч, у меня сейчас получается 19 тысяч. Это очень быстро, очень быстро. Чувак, работать хочешь? А, я понял. Лошадкин, мы идем домой. Знаешь, что мы делаем сейчас? Я же забыл. Нам нужно сейчас переспать, пропустить один день. Сезон, само собой, будет следующий. Нам нужно осень. Все правильно, осень, потому что иначе никак. Поехали. Лисичка, а чего вы не боитесь? Лисичка, почему из лука нельзя стрелять, блин, будучи на лошади? Ё-моё. Тихо ты. А звук эмбиент изменился в лесу, кстати говоря. Работайте, парни, работайте. Стоять. А, да куда я иду? Куда нам поспать бы? Сейчас, погоди. Эйц, давай, наверх, нам туда, короче. Через самый-самый верх.
Единственное, что нужно проверить, если они успели все же. Да, сейчас уже никто на полях не работает, они успели это вот поле, конец поля обработать, посеять. У нас семян капусты уже нет, что ли? Мешки как бы я им дал. А что за дела такие? Очень странно. Итак. Итак. Мешки. Во-первых, мешки здесь должны быть. 66 мешков. Ой, капуста. Где капуста? Кто видит капусту, то есть семена. Семена капусты. Семена моркови, лука. Они все семена, короче, потратили, прикинь. Семена соль, солома, семена моркови, лука, ржаное зерно, бла-бла-бла. Я понял. А это вообще возможно все семена потратить? У нас же их было прям куча. Они же просто так как бы не тратятся. Прям вообще. Ну понятно, тут у нас чуть ли там 5 полей с этими, с капустой. Поэтому, ну наверное, возможно. Отлично. О, все закрыто. А что тут закрылось-то? Не понял-то. Гризельда, я понимаю, но все хорошо, но нам нужен следующий сезон. Что там у нас? Опля! Вор был пойман с поличным при попытке украсть ваши ресурсы. Они... Он пытается извиниться и убедить вас, что сделал это из-за бедности. Теперь вам решать, что с ним делать. Вот он вор, мы тут решаем, короче. Отрубить ему руку без ограничений. Чего? Принять... А, в смысле ограничения? Какие ограничения? Отпустите, погоди, приказать ему, кому-нибудь отрубить ему руку, типа самому отрубить или приказать, я понял. Отпустите его и прогоните его. Ну ё-моё, блин, ну, да я добрый, ёлки-палки, у нас все есть, чё мы там, это, я не понял, все нормально. Последствия вашего решения, 4% предметов для ремесла было удалено из хранилищ. 4% предметов для ремесла. Это что? Это камень, это лен, это... Да, в смысле, ремесло тоже лен, да. Это камень, это льняная нить, это льняная ткань, это дерево, это... Твою же... Я добрый говорю, да? Малявка выросла. Ото. Ты прикинь. Первый малыш в нашей деревне. Я аж фонарь включил. Куда пошел-то? Мать пошла работать. Да наконец-то, иди работай, блин, ё-моё, блин. Засиделась тут, елки зеленые. Наконец-то. Слышь, чувак, куда пошел? Сиди дома. Сиди дома, кому говорю, куда ты маленький, еще ты не дорос. Не, вот он, нет, твою мать, иди сюда. Мать, иди сюда, блин. Может, он за ней идет? 4% всего, блин, нашего ремесла, блин, ё-моё. Всех продуктов для ремесла. Это, блин, сколько у нас этого? Капусты? Охренеть, сколько капусты. Я такого еще ни разу, мне кажется, не видел. Ай, блин, жаль, что здесь не дошло, как бы. Там капуста, здесь капуста. Раз, два, три, четыре, пять. Там еще маленькое поле. 6. Не дорос ты еще на этом заборе ходить. Не дорос. Куда пошел? Она реально сейчас будет работать или нифига, блин? Мне кажется, она будет работать, а этот Ото будет гулять просто туда-сюда. Ото. Hello. С тобой можно... Hello, погоди еще секундочку. Эй, ё-моё. Hello, мистер. Hello, мистер. Позвольте мне взглянуть на вас поближе. Давайте посмотрим, что за говню, короче. Секундочку. Настроение 45. Мужчина лет 2. Профессия, такс, ну, а что по профессии-то? А что со статами? Сельское хозяйство, да ты, блин, а нет, ремесло, нормально. Дальше, Рацимир Гризельда, это я, это, ну, в смысле, а что у него настроение падает, не понял. Дом, 97 состояние, пустая ячейка, чего? Рабочая, у кого это пустая ячейка? У тебя пустая ячейка, ща будет. А, нельзя, житель слишком мал, юн для работы, я думал его уже поставить работать. А что с тобой делать-то? Ото! Слышь, малявка, hello, иди сюда. Mister. Папа, посмотри, что я нашел. Это для тебя. Отлично, спасибо.
Позвольте мне взглянуть на вас поближе. А что мне дал? Там было, я не заметил. Подвинься, сынок. Не, не двигайся, погоди. Пока-пока. А, ничего нельзя. Просто подвинуться можно ему сказать. Кто тут пишет? Окей. Извиняюсь, это почта. Короче, у него есть только подвинуться. Позвольте взглянуть поближе. И пока-пока. А если поближе, что еще можно тут тыкнуть? А ничего, вообще ничего. И у нас может быть еще один сынуля. О-о-о. Ты где? Гризель, да? Они уже... А где она вообще? Погоди. Это сынуля, это я. А у Гризельды, вот единственное, что меня бесит, это, мне кажется, то, что люди, когда уже выходят из декрета, Аларик, еще один сынуля тут есть у кого-то. А, где моя эта мать? Вот она, Гризельда. У нее нет работы. Вот это меня тупо бесит, потому что ты... Ну, короче, смотри, вот половина из этих людей, половина, прям ровная половина, это женщины. Потому что жить они могут, одна женщина, один парень, ну, мужик, женщина-мужик, женщина-мужик и так далее. В доме живут по паре. Поэтому половина из этих людей выйдут в декрет. Половина, понимаешь? И эта вот вся половина, она что сделает? Все правильно. Она потеряет работу, она будет сидеть дома и ничем не будет заниматься. Так, погоди, где вы? Статус вот. Вот эти, только два сейчас беременные. А, другие уже родили, я понял. Другие родили уже, да? Сейчас покажу, смотри. Сейчас, секунду. А где у нас те, которые родили-то? Мать. Короче, везде мать. И здесь у нас... Ух ты, ё-моё, сколько у нас детей-то. Короче, половина будет рожать, и у половины слетит профессия. И потом хрен его запомнишь, кем она работала. Ну, не то, что кем она работала, а кем эта половина будет работать. Потому что у нас тут целых 63 человека, блин, ё-моё, а? Понимаешь? Гризельда, кем ты работал? Давайте вспомним. Я-то примерно знаю, кем она работала, но хрен его знает. Сейчас посмотри. Погоди. Где она, блин? Ну, твою же за ногу. Вот она. Отлично. Гризельда. В смысле? А что такое прям никудышная, я не понял. Ой, ты что, в профессию свою забыла, что ли? А что у тебя так мало-то всего-то? Странно. Очень странно. Профессия. Профессия никто, блин, ё-моё. Куда тебя поставить-то? Короче, у неё сейчас дипломатия и выживание и сельское хозяйство. Короче, мне нужно её сначала найти. Все люди, которые трудятся. Вот смотри. Все люди, которые трудятся, они уже на полях. Там что-то там мутят, крутят. Это уже нужно собрать. Коса нужна, окей. А все, которые не работают, вот они. А что тебе не нравится? Ты тоже в декрете? Чувак, ты в декрете, что ли? Я не понял. Конрад, какого хрена? В смысле? У тебя... Goodbye. Ты вообще кто, блин? У меня есть торгаш? Серьезно? Чего за знак? У меня есть торгаш в деревне? Ну, в смысле, независимый? Это как понимать? Я понимаю, эти вот люди у нас дипломаты, да? Это дипломаты высокой степени, 10 уровня. А у меня есть независимый торгаш в деревне? Чувак, как ты на карте вообще помечаешься? Ты кто, блин? Это он, типа? Это по заданию он у меня ко мне пришел, что ли? Нет, задание у Агнес. Ты приколись? Секундочку. Покрывало у тебя стеклянные бусины. Оу, это чтобы, если мы захотим с женой еще одного сделать, то на тебе стеклянные бусины. Сушеные финики. Слушай, а что написано? Подарок. Скромное ожерелье. Понял. Это же такое тип подарка. Тоже подарок. Тип подарка, штукатурка, типа... Чего? Штукатурка, типа подарка. А, шкатулка, блин, ё-моё. Штукатурка, типа подарка. Шкатулка, погоди. Твою ж за ногу, блин. 1200-то, ё-моё. Очень престижная и богато украшенная шкатулка, ёлки зелёные. Истинную ценность, которую оценит только истинно искушенный человек.
Блин, ну смотри, ну только из-за того, что у меня деньги есть, вот только, это все подарок, только из-за этого, только, вот так вот, 15 тысяч, у нас было 19, 4 тысячи мы с вами потратили, и какого хрена ты вообще тут появился-то? А что ты знаешь вообще, ролница? Вот кому нужна ваша помощь, болтовня, о чем вы думаете, как проходит ваш день, как проходит твой день? Разбогател говнюк, блин. Вот как проходит его день. Чувак, ты забаговался. И это факт. Короче, первый момент. Это то, что я как бы потратил кучу херову тучу кучу денег на хрен его знает что. Это мы засунем в ящик. Слышь, мать, я тебе тут подарки как бы принес. Ты их только пока не трогай. Я сначала их в ящик засуну. Потом место, когда будет специально такое прям назначенное. Вот оно место, да? А я тебе их подарю, и ты мне подаришь... Это что, у меня был сын? Да, тогда подаришь мне дочь. Так, секунду. Не, нихера, дочь не нужна. Сын нужен. Он тут должен работать и работать. Никакой декрет. А где это? Это тут, да? Покрывало сюда. Стеклянные бусины. Это туда, сюда. Твою ж за ногу. Какие вещи. Ха, было 1200, сейчас уже 100 стоит. Охренеть. Блин, ну у меня тут такой дорогой прям. А железотопор, мне кажется... Что-то у меня из инструментов сломалось. Не, он еще есть. Держится. Эй, хрен с вами. Ой. Куда тебя засунуть-то? Кем бы ты захотела работать? Гризель, да вот ты моя жена, хоть ты мне скажи, кем ты хочешь. Как поживает ваш этот, где я могу найти болтовня? А, о чем последнее время думаете, как вы сегодня, не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о своих навыках? Вот так вот. Работа в полевых условиях меня немного утомляет, но это было дело моей семьи на протяжении многих поколений. Вот почему у меня есть природные способности к сельскому хозяйству. И я очень хороша в этом. Эх ты, сельская женщина, береги себя, любовь моя. Иди сюда, какой сисюн, не-не, по-любому, береги себя. Ты кто? Ты Гризельда. Смотри, Гризельда, мы тебя отправляем работать... Рядом с домом. А лучше, так сказать, не бывает. А как же она далеко здесь? Вот так вот, Гризельда. На тебе вот так. На тебе амбар третий. Это он, погоди, постой. На карте смотрим. Ближе к дому этот. И ты будешь работать, знаешь кем? Амбара, земледелие, Ты будешь работать прямо в амбаре. Вот прям в амбаре прям. Работник амбара. Все. Настроение у нее должно подниматься. Потому что она этого мечтала. Она мечтала прям этим заняться. Блин, я вообще ушел вообще в другую сторону. Занялся одним, а взялся за другой. Ну потому что такие вот у нас появляются проблемы. И нужно их решать. Потом просто я забуду. Что вы тут делаете? А чё у неё настроение падает-то? Я вроде бы её туда, как бы сельское хозяйство, ёлки-палки. Или её прям на поле прям отправить? Секундочку, а ну-ка, прям проверим, чисто ради интереса. Единственное во всем поселении, у кого настроение падает. Ну, у неё самое большое настроение, но всё же падает. Так, секунду, на тебе. Блин, а как убрать? Погоди, надо убрать сначала. Сначала надо убрать, удалить вот так вот. Отлично. Этот. Будешь работать земледельцем. Может, сейчас настроение получше будет. Короче, она здесь будет работать. Очень близко дома. А лучше и не придумаешь. Смотрим на жену. Вот, сука. Странно. И так падает. Да хрен с тобой, тогда ставим тебя все-таки не на это. Спроси, кем они хотят работать. Спроси, кем хотят работать. Они будут работать и настроение подниматься. Но она хотела этим заняться. Вот поставил, ни хрена у нее не поднимается. Лошадкус, ко мне поехал. Поехал быстро ко мне. Да кто там гуляет? Слышь, мадам, ты уже работать должна как бы. Она должна работать, не знаю, что она гуляет туда-сюда. Но она должна работать. Есть еще одно нерешенное дело. У меня есть один травник. Он занимается травами. Делает бутылочки всякие и всякую, короче, хрень. Хрень. Секундочку, сейчас мы к нему пойдем. Здрасте.
Смотрите, какие мы быстрые, да? Ты тут? Работает, молодец. Он собирает одуванчики или какую-то хрень. А эти одуванчики собираются только летом. Недействительный сезон. Все правильно. Значит, нужно всегда не забывать его переставить. Это я первый раз делаю, но нужно всегда и каждый год делать. Короче, убираем одуванчики и ставим его на зелье. Делай, парень, зелье мгновенного исцеления на 100%. Насколько получается у нас? 90%. Будет 14 бутылок в день, потому что у нас этого зверобоя, всякой хрени, короче, есть куча. И да, и потом это все будем продавать. У нас две торговые лавки для еды. Все почему? Потому что у нас очень много этого, этой похлебки. 475, понимаешь? Поэтому у нас две эти лавки. И нет материалов каких-то. Жареная рыба бывает. И вот так вот, да, потихонечку мы продаем. А по-хорошему нужно поставить еще одну торговую лавку. Потому что еды у нас всегда будет много, эти останутся. Тогда мы, наверное, еще одну торговую лавку потом поставим вот здесь, скорее всего. И будет продаваться, будут продаваться бутылки от этого чувака. Потому что, ну, была проблема. Одуванчиков этих не было. И он начал их собирать, 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 короче. И сейчас он их дособирал. Сейчас может спокойно крафтить. Куда мы идем? Куда мы с вами идем? Давайте в Деницу, давненько мы там не были. Вот так вот. В Деницу. Там наберем пару людей. Так как у нас есть дома уже для этого. Работайте. Работайте, конечно. Не расслабляться. Не расслабляться. Три человека тут работают. Один, два. Там работает. Здесь еще никто не работает. Окей, здесь, короче, молодцы. Деревня прям. В смысле, я не туда пошел? Да не, вроде нормально. Не, все правильно, по этой дороге. Я вроде помню. Вы пишите об этом, но я уже не смотрю туда. Я уже эти телеги уже не беру. Я не теряю на это времени. Так как у нас уже все есть. Все ресурсы, все, что хочешь, все есть. Вот вспомнил сейчас про ресурсы и вспомнил про 4%. А, здрасте, парни, здрасте. Сейчас, секунду, сейчас мы... А, тут у нас... А, это рысь, это не волки. Сейчас мы лошадь вот здесь оставим. За мной, что ли, еще бегает? Ты прикинь? Не, ну ты прикинь? Парни... Не, погоди, парнишки, погоди, секундочку. Я сначала вот сюда пойду, лошадка, ты там постой. 4%, понимаешь, это бандиты. 4%. А чё ты так медленно, как его, целишься-то? Охренеть медленно. А ну-ка, побежали. Мне нужно место. Блин, фига себе, они быстрые. Разлетелся, блин, парень. Кровища-то сколько? 4% ресурсов. Хороших ресурсов. Не успел. Очень медленно. Офигеть, как медленно он целится. Я в шоке. Отлично, нужно было еще дольше, ты прикинь. А если я возьму... Не лопатой, где у меня-то... А, ножик, иди сюда, камугра, иди сюда. Вот так вот. Короче, так даже намного быстрее, удобнее. Добыча. Ерунда полнейшая, но в смысле не берешь. Бери. Вот так вот. Следующий раз попробую прям ножиком. Чисто ножиком, просто-напросто. А вдруг еще лучше будет. 100 монет, бомжи. А можно все взять? Нельзя. Че дергаешься? Блин, кровь такая прям, ух. Ой, 4%. Нужно было все-таки ему отрезать руку. Да. Типа я добрый, но не надо было таким быть. Давай забирай. Да нет, не туда, блин. Беру, короче, полное говно. Никому не нужные вещи. Но вот 100%. Ну че я мелочусь-то, ё-моё. Вот винная бутылка, это уже другое. Не знаю, правда, почему она 60 стоит. Олень. Чисто для того, чтобы прокачаться. Спасибо. Итак. Освеживать, конечно. Конечно, ну мы же не такие прям это вот, что прям убить и все и оставить, нет. Мы освежуем, мы все это возьмем с собой. Стрела, да, стрела тоже пошла со мной, отлично. Всех убили, размотали, давайте посмотрим, чем они тут жили. Железный ножик, однако, денег стоит.
факел, хороший именно, хороший. Монета, 107 монет берем. Бурдюк хороший, сливочное вино, или какое там вино, дрова, да не-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 не. Кто что видит? Мешок, капуста, блин. Я как нищий, блин, тут беру и беру и беру и все беру. У меня столько всякой хрени дома. Но в нашей деревне. А я тут капусту забираю по 4 штуки с мешка. Все взял, друзья мои. Если вдруг что-то где-то я не увидел, не взял, пишите об этом, пишите. Вернусь, возьму. А ты отдыхай. А еще можно? Что-то будет или нифига? Да, оно все в него все-таки втыкается. Прикинь. А, жестокая жесть. Ну, видно же, да, когда человек записывает серию, грубо говоря, после полуночи. Нормально? Нормально, да? Вот так вот, когда после полуночи пишешь видосик, вот такие вот мысли наступают в голову, и все, и ничего с этим не поделаешь. Спасибо за каменный нож, который бомжатский, блин, твою за ногу. Жестоко. Да. Ты на Телеграм подписался? Там как бы хороший видосик такой с птичкой вышел. Я уже об этом говорил. Но на всякий случай напоминаю. Ссылочка под видосом в описании. Чуваки, здрасте. Или бабенцы. А чё у вас тут только бабенцы? Я не понял, а чё вы такие прям... Нерадка. Ты у нас добытчик, Нерадка. Ты у нас все подряд. И ты тоже все подряд. Хорошо, добычка берем. Не-не-не-не, погоди, да, погоди, где слышали, нет, не то. На пятерочку нажмем. Да погоди ты. Где могу я найти? Я позову вас к себе. Вот. Нерадка. Нерадка, короче, улетает автоматически. Куда улетает она? Она. Сейчас, секундочку, найдем ее. Давайте без профессии людей найдем. Это. Но почему ты туда уходишь-то? Почему? Мне человек без профессии нужен. Вот она, Нерадка. Мы ей даем, во-первых, как минимум домик. Если она женщина, так где у нас дом поближе ко мне? Вот этот пусть будет. Дальше, пустая ячейка. Куда бы тебя запихнуть? А в ремесле она слабенькая. Ну как слабенькая? Пойдет мне бы в швейную лавку, но там ремесло. Или в добычу тебя оставить, послать. На шахте у нас полным-полно... О, шалаш землекопов! Пошла работать с Альбертом, короче. Иди работай, шахтером будешь работать в шалаше землекопов. Соответственно, отлично, мы решили добычу. Задачу по этому, по глине. Давайте проверим. 18 глины было у нас раньше, добывалось 18 глины. Сейчас у нас 2 человека там будет, да? Шалаш землекопов. Блин, я же поменял уже. Было 18, потом было чуть больше. Не помню, сколько там процентов. Короче, напишите, пожалуйста, сколько там процентов было раньше, потому что было вроде бы как 18 глины. Потом поменял и стало... Сколько стало? Вот сейчас у нас вместе с двумя людьми, короче, которые здесь будут работать, стало вот так. Короче, никак не проверить сейчас. Вообще никак. Чего вы там шумите? Вас куда? У меня еще одно место для одной женщины есть. 2-2, 2-2, 1. Блин. Вот, погоди, сельское хозяйство. Слабое. Ты пойдешь. Hello. Нам бы вместе вот так вот. Молодец, иди домой. Густава, отлично, на тебя следующий дом и последний. И на тебе вот такую вот задачу. У нас есть курочки. Кстати говоря, блин, у нас человека. Почему нет хижины? Нет, это строитель. Где у нас курочка? Я видел здесь курочки. Вот курятник без человека. Как это понимать-то? Она вышла в декрет, блин. Вот как понимать-то? Охренеть. Вы понимаете, что мы сейчас на самом деле... Добываем эти вот яйца для того, чтобы делать хлеб, там, булочки и всякую хрень. Потому что я для этого поставил кухню. Именно для этого поставил кухню.
А у нас она ушла в декрет. И никакого оповещения, ничего там, как, хоть какой-то там дзинь, типа, у вас нет человека на курятнике. Там яйца больше не добываются, соответственно, вы уже не будете делать и не будете добывать никак. Как тебя? Кинга? Нифига себе имя. Не сможете добывать, то есть крафтить хлеб, булочки и так далее. Никаких оповещений, ничего нет. Ничего, вообще ничего нет. Мадам, ты тут еду готовишь? На тебя. Похлебки. 1800. Что ты такая, блин, не богатая? Goodbye, goodbye. Ща, погоди. Марильда, иди сюда, Марильда. У меня к тебе предложение. Да, у меня к вам у всех, ко всем предложение. Иди сюда. Конечно, у меня тут перебор этого еды. Поэтому вот так вот сделаем. Спасибо тебе. Большущее. See you soon, see you soon. И еще один парень тут есть. Вот он, иди сюда. Ну, я даже не смотрю на их товары, они меня не интересуют. Я бы тебе продал винные бутылки. А что такие дешевые-то? Пивная бутылка. А где моя эта вот медовуха? 224. Вот этот круто, смотри. Хренась, 5 медовух можешь продать. Или все-таки похлебку? Похлебку. Отлично. Еще 140 монет у него, прикинь, блин. У него еще 140 монет. Не хватит же на медовуху. Тогда на тебе винную бутылку. На тебе еще винную бутылку. И пивную бутылку. Что тебе продать еще? На. Вот так вот. Мясо. Сырое мясо. Бери, короче. Все. Отлично. Bye. То есть мы с вами сегодня потратили 4000 монеты на просто какие-то там подарки. И еще заработали даже 21 тысяча. 21-262. Да, все правильно. А я могу ли отсюда увидеть кое-что? Хранилище. Монеты здесь видны будут или нет? Хранилище. Наверное, в конце, наверное, да? Блин, здесь их не видно. Окей, тогда придется домой ехать. Поехали, поехали. Все, вам спасибо, мы тут все продали. Там у нас одна женщина есть, которая якобы ищет работу. Но, увы, ях. У нас места закончились. Нам нужны два мужика нужно. Я бы тебя со мной взял, но ты тут не пугайся, да, тут трупы есть. Не пугайтесь. Взял бы со мной, с собой, то есть. Но не работа так игра. Смотрим на прогресс. На прогресс. О, половина поля. Одна женщина, почти что половина поля собрала. Здесь тоже почти что половина. Там половина, больше половины. И здесь молодцы, молодцы. Работает и здесь половина. Шикарно. Мы куда сейчас? Что я хотел сделать? А, монеты. Все, нормально. Мне нужно, по идее, нормально сделать. Смотри, нужно вот так вот. Вот так, тихонечко. Я знаю, ты хочешь покушать, наверное, тут булочек наших повидать. Но я бы вот сюда, вот как красиво, что было. Припарковались у стеночки. Нужно там пару прилавочек сделать. Все хорошо, что было. Неплохо, неплохо. Смотри, сколько у нас денег-то. 30 тысяч. У нас 30 тысяч монет. 30 тысяч, понимаешь, это много. Это очень много. Это шикарные деньги. Друзья мои, короче, серийка у нас длиннющая прям получилась. По крайней мере, мы сделали то, что хотели. Поставили человека на шитье там этих мешочков и так далее. Поставили человека еще одного на курятник, потому что там у нас есть проблема была. Одна ушла в медовый, не медовый, как его там, в декрет. И два домика построили, решили там пару дел. И на этом заканчиваем. Если вам серийка понравилась, или если вы хотите увидеть продолжение, все, вы знаете, все в ваших руках. Все зависит от вас. Чем больше, там, не знаю, там активности, чем больше лайков, просмотров и так далее, тем больше и быстрее там выйдет следующая серия. А чё вот так много этих? Рыжик. Сосновый рыжик. А ну-ка, рыжик, иди сюда, рыжик. Секундочку, сейчас мы проверим, рыжик. Рыжик. Давай. Поели. Использован рыжик. Сосновый. Нормально? Жив? Жить буду. Друзья мои, всем удачи. Зонтик. Давай зонтик попробуем. Секундочку. Зонтик. Поели. Нормально. Жив. Здоров. Отлично.
Друзья мои, заканчиваем. Всем удачи и всем, конечно же, пока.